Аферисты пытаются получить персональные данные граждан через ЕГОВ. Сначала они находят ИИН и номер телефона потенциальной жертвы, потом заходят на портал электронного правительства и от чужого имени подают заявки на услуги. А гражданам в это время приходят СМС-коды с номера 1414. Это всем известный единый контакт-центр, из-за чего, собственно, многие и попадаются в ловушку. Неизвестные звонят, представляются сотрудниками банков или других организаций и просят продиктовать секретные цифры и сообщения. А после того, как получают доступ к персональным данным и электронной подписи, оформляют на доверчивых людей кредиты. Специалисты напоминают, пересылать личную информацию ни в коем случае нельзя. Если вам сообщили о действиях, которые вы не совершали, надо срочно набрать 1414 и рассказать о подозрительном уведомлении.